Всем привет! Сегодня будем с вами пересаживать вот эту лошадку. Это очень старая моя орхидея. Смотрите. Смотрите, в каком кашпо она у меня сидит, высоком. Ну, потому что я ее когда-то сюда пересаживала с огромной корневой. Вот. И, соответственно, это еще из тех посадок, когда я перемешивала пеностекло с керамзитом. Что сейчас меня вообще не устраивает. Не нравится. Уже 100 раз говорила. Почему? Потому что пеностекло зеленеет, когда находится на дне посадки. Ну и даже в середине посадки. Только сверху я теперь его кладу. Сверху оно не зеленеет, потому что вся влажность либо опускается, либо испаряется. И пеностекло не влажное, поэтому оно остается белым, красивым. Даже не знаю, как я буду ее вытряхивать отсюда, потому что она, видите, какая форма горшка. Сейчас уже в такие, конечно, кашпо я не сажаю. У меня был уже опыт вынимания орхидеи с такой формы. Это очень неудобно. Ну, что делать? Вот сейчас это, наверное, пожалуй, последняя в такой у меня осталась форме. Я очень долго тянула, не пересаживала ее. Направляю корни всячески. Ну, вот кроме этого, который уже вырос сверху листа. Тут уже не направишь. Ну и плюс она знатная цветунья. Это белая орхидея. Одна из белых, которые у меня есть. Крупноцветковая такая. Название не спрашивайте, потому что для меня белые орхидеи, они в принципе все просто белые орхидеи. Они так все похожи. Конечно, если их ставить рядом во время цветения, видно, что у них цветы немножечко разной формы. У одних более круглые, у других более заостренные. Наверное, есть сорта, ну как бы я не особо-то и заморачиваюсь по этому поводу. Почему-то именно с белыми. Белые-белые. Так, сейчас хочу немножко тут освободить. Ой, думаю, наверное, мне придется залить ее водой. Я прямо даже слышу, как вы мне говорите: Оля, ну налей ты в нее воды, что ты мучаешься. Я налью сейчас, пойду воды в нее. Она у меня чуть постоит, пару минуток. Ну, сколько ей там надо, чтобы корни отстали от горшка. И потом я ее выну и сюда принесу к вам, покажу. Так. Намочила, слила воду. Она не вылезает. И тут меня, как всегда, посетила шальная мысль. А не оставить ли мне пенек очередной? А, здесь лист я обрезала. Хотела посмотреть, что там под листом. А там куча корней собирается расти. Как раз. Вот. Поэтому листик этот... Ну, я и собиралась, в принципе, этот лист удалять. И вот это тоже из-за корня. Теперь могу его, в принципе, не удалять. Так. Хотела обрезать ниже. Корни уходят глубоко в горшок. Либо они вот так тут закручены. Понять тяжело, конечно. Они не отстают и не вылезают. Так. Не знаю. Придется, наверное, обрезать с этим листом, потому что корни идут ниже, которые бы нам пригодились бы в посадке верхушки. А пенек уж так.
Сами понимаете, выживет так молодец, нет так извините. Поэтому этот лист я, наверное, все-таки сниму. Чтобы определиться, где там дальше резать. Он мне мешает сосредоточиться. Елка получилась. Все, вот это корни. Это старые цветоносы. По возможности будем удалять. Так. Так. Как бы лучше отрезать-то? Два корня, три корня. Ну, четвертый его надо где-то раскопать. Я думаю, что он вот этот он не очень длинный. По кругу здесь завернут. Ну что? Ха-ха-ха. Страшно? Так, я ее отрезала. Теперь надо как-то ее достать оттуда с этими корнями. Это не так просто, как кажется. Так, вот этот корешок. Стекло, конечно, это к нему так сильно присасываются корни, бывает тяжело достать, бывает так даже, что и не достану я ничего. Этот корень я сейчас так по-хамски. Нет, не идет, поэтому я его обстригаю. Так, дальше смотрим. Вот так она переплелась там вся. Так, ну этот вот, куда он идет? Куда-то туда идет. Вот он, достала один. Так. Осталось отыскать вот этот, куда он там идет.
Так, ну этот там болтается, этот я точно отстригу. Так, осталось мне. Раз, два. Ну, так, кто вот этот? Это он, наверное, да, тут? А, и вот тот еще не пускает. Так. Оп. А этот вот. Этот сейчас мы аккуратненько так. Оп. Оп-оп-оп. Конечно, веломен в некоторых местах, наверное, повредится вместе с моими ногтями. Но тут уж в перчатках не получится. Так. Фу. Ох. Я ж устала. Вот такая получилась у нас макушечка с огромными листьями. Гигантскими. Так, тут остаток листа. Остаток. Цветоносики пооткусывали как можно короче. Так, тут листик. Старый листик. Такой просто зеленый. Зеленый тяжело очень откусывать. Не откусывать, вытаскивать, выдирать там, не знаю. Его только отрезать. Так, это что у нас тут? Корешок, что ли? Так, ну вот, в принципе, конечно, можно было бы вот этот лист снять. Оставить 4 листика. Наверное. Наверное, этот будет лишний лист. Хрустит все прям. И пахнет арбузиком. Ух. В общем, вот так вот как-то. Раньше она у меня тоже сидела же в коре. Поэтому тут такой цвет преобладает кое-где. И закуклившиеся они тоже такого цвета. То есть это не портится, это такой цвет, как обветрились, знаете. Так, ну что, тут покромсало немножко. Сейчас горшок подберу. Сначала начнем с не очень большого, хотя она сама такая очень крупная орхидейка.
так как корней не слишком много, поэтому очень хорошо она вошла в такой размерчик. Так. Чуть заглублю, потому что там много идет корней, которые уже хотят расти. Шикарный керамзит от моего подписчика Юрия. Суперский просто. Я его только помыла, и он у меня такой влажный. Но вот этот керамзит, он чем хорош, что он достаточно быстро просыхает. Антрамбоваю я хорошо, потому что листья большие, она шатается. Нужно получше ее закрепить в горшочке, чтобы все керамзитинки обволакли ее немногочисленные корни, остатки от корней. Так, ну и пеностекло, конечно же, сейчас я положу вокруг пеностекло. Так, вот пеностекло. Так, здесь крупное пеностекло. Немножечко его режу или ломаю, если ломается. Так. Падает. Так, ну вот как-то так замечательно получилось. Так, сейчас, чтобы не выпало, вот смотрите, корешочки. В мокром пеностекле вы помните, что я не поливаю сразу. Жду, пока немножечко просохнут, а потом прыскаю. Так, и что, посмотрим, что у нас там от пенька осталось. От несчастного. Старые листики. Так, какие-то корни, которые я обстригла, они, конечно, будут сохнуть. Ну, мне их не вытащить, я не хочу просто все тормошить, потому что тут, конечно, жесть. Не вытащишь нифига. Вот. И, собственно говоря, этот пенечек оставим, что-нибудь вырастет. Какая-нибудь очередная белая орхидейка. Так, сейчас положим керамзит этот, который выпал у нее, или даже пеностекло. Немножко здесь
здесь ее положу. Вот так нормально будет. Засыпать не буду корни. Так вот ее на пеностекло положу. Так, для влажности, которую я буду пытаться создавать. Корни обстригу, чтобы они хотя бы не торчали тут. Так. Ну, сейчас он подсохнет. И я думаю, что кого-нибудь нам родит. Какую-нибудь белую девочку красивую. Ну вот все, пожалуй, с сегодняшней пересадкой. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.